Всем привет! Вы на канале Флагман Шоп. С вами я, Евгений Половинкин. И сегодня мы продолжим разбираться в правильной зимней экипировке на примере новинок от компании Флагман. В предыдущих обзорах мы разобрали первый базовый слой термобелье и утепляющий второй слой. А значит, на очереди у нас мега крутая новинка — зимний мембранный костюм рыболова Флагман Hot Hide. В классической формуле трех слоев верхний слой представляет собой влага- и ветрозащитную мембрану без каких-либо дополнительных утепляющих слоев или подкладов. Однако такая концепция больше подходит для очень активного времяпрепровождения – лыж, сноуборда, альпинизма и так далее. Зимняя рыбалка вносит свои коррективы в требования к зимней одежде. Так как этот вид досуга предполагает частую смену фаз активности, от пеших марш-бросков по заснеженным просторам и бурения десятков лунок и до совершенно статичного состояния во время ужения рыбы, и это все в условиях лютого мороза, снега или дождя, то костюм современного рыболова должен решать сразу несколько задач. Первое. Он должен создавать надежный тепловой барьер, но при этом иметь возможность отводить излишнюю влагу, которая образуется во время фаз высокой физической активности. В костюме Флагман Hot Hide мы решили эту задачу следующим образом. Во-первых, мы использовали фольгированную подкладку Warm Catch. Особенность ее в том, что она отражает тепло вашего тела, но при этом не препятствует испарению влаги. Во-вторых, в качестве утеплителя мы использовали одну из новейших разработок немецкой торговой марки Vilene. Этот материал прежде всего характеризуется высокой пористостью и гидрофобностью. А это значит, что в утепляющем слое совершенно не останавливается влага. Этот утеплитель не сбивается и не скатывается, сохраняя свою пористо-ячеистую структуру в процессе эксплуатации. Ну и в-третьих, в нашем костюме мы реализовали два вентиляционных клапана под рукавами для дополнительной терморегуляции. Вторая глобальная задача, которую должна решать такая экипировка, это надежная защита от внешней агрессивной среды, будь то шквальный ветер или любого рода осадки. Для удовлетворения этому требованию мы использовали в качестве верхнего слоя нашего костюма мембрану Хайпера. Особенность структуры ткани Хайпера состоит в следующем. Верхний слой – это поры менее 0,5 микрон в диаметре, которые защищают от проникновения воды внутрь. Второй слой имеет структуру сот, за счет чего обеспечивается влагопроницаемость изнутри и влагонепроницаемость снаружи. Заявленные параметры 5000 на 5000 миллиметров водяного столба. Благодаря такой структуре эта мембрана надежно защищает вас от внешней влаги, но при этом при фазе физической активности активно адсорбирует и выводит излишнюю влагу наружу. И что особенно важно, в нашем костюме проклеены абсолютно все швы. Герметичная проклейка швов обеспечивает абсолютную водонепроницаемость такого изделия. Кстати, к этой технологии сегодня прибегают лишь некоторые производители люксовой горнолыжной одежды. По той причине, что герметизация швов довольно трудоемкий и недешевый процесс. В большинстве же более бюджетных аналогов швы проклеены либо выборочно, либо эта опция отсутствует вообще. Следующий параметр, которому должен соответствовать костюм современного рыболова, это легкость и прочность одновременно. Первое реализовано в костюме Флагман Hot Hide благодаря все тому же чудо-утеплителю. Весь костюм в сборе весит чуть более 3 кг. А второе благодаря использованию армированной нити в каждом из швов изделия, а также усилительным накладкам из ткани Oxford 100 в местах, подверженных наибольшему износу. И последнее. Костюм должен быть функциональным. Чтобы сделать его таковым, мы снабдили его достаточным количеством удобных и вместительных карманов, которые к тому же утеплены дополнительной флисовой подкладкой. Все застежки и карманы закрыты защитными клапанами. Удобный глубокий капюшон регулируется как по высоте, так и по глубине. К тому же имеет моделируемый козырек. Рукава и брючины снабжены надежными фиксаторами, а в голеневой части еще и вшита снегозащитная юбка. Итак, благодаря всему вышеперечисленному нам удалось получить высокотехнологичную экипировку для современных рыболовов. Легкий, теплый, непромокаемый костюм, не уступающий по параметрам элитным японским и европейским брендам. Надеюсь, наши обзоры были полезны для вас.
Не забывайте подписываться на наши каналы, ставить лайки, писать комментарии и обязательно активировать колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие обзоры. Одевайтесь правильно вместе с Флагман. Пока!